На рынок труда вышел утром, цветочки порвать и помять. И мысли учителя мудры, работу непросто понять. Полянка красивая очень, но ягод не видно совсем. На фирмах глубокая осень и куча большая проблем. А мы все цветочки затопчем, а мы все цветочки порвем. И рост флоры, фауны кончен, работу мы не узнаем, а мы не снимаем ботинок, а мы в комбинзоне в кровать. И нету откормленных свинок, которым цветочки давать. На рынок труда вышел утром, а чем поживиться? Вопрос. Нет пищи на завтраке скудном, и деньги никто не принес. Спасибо.